Что там? Здравствуйте. Сэр, сюда телепортируются корабли Доминиона. Во главе флагман Менсен. Пресвятая мать заступница. Ребята, съебуйтесь. Не, ну Джим. А, ага. Сильно. Интересно, здесь это он себе? Подозрительно. А, Мать, это сынок. Сынок Менса. Менска. Командир, это не самый разумный шаг. Ты хотел свою революцию, сынок? Вот и получай. Блять. Ох, Тайгус, запиздишься ты, конечно. Дурачок. А, вот это? Серьезно, такие вот сражения? А, вы вдвоем, 2-2. Улыбочку. Все улыбаемся на этом моменте. Не, ну мощная у них броня, что нас тут просто пули проходят. Ой-ой-ой. Бедняжка. Да, от Тайкуса ничего другого не ожидаешь. А, это он вот так вот это решил сделать, да, чтобы они сюда ворвались, чтобы они там... Посмотри на меня, Арктур. Посмотри в глаза своей смерти. Ты не видишь, что он как-то это... помолодел? Моего отца здесь нет, командир. Я Валериан Менгск. Владелец фонда Мёбиуса. И ваш наниматель. Ты шо, щенок? Одну причину не охуел? Убивать тебя. Я могу предложить вам то, о чем вы всегда мечтали. Шанс спасти Сару Керрига. Сука, умеешь аргументы раскидывать? Ладно, ладно. Да тут интересно, это будем послушать.